Глава Ленинского района Валерий Винцель встретился с коллективом водоканала, одного из подразделений Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Служба «Водоканал» отметила в этом году свое 46-летие. В начале встречи Валерий Николаевич поблагодарил сотрудников за хорошую работу и попросил не сбавлять темпов, ведь во многом на их плечи легла задача решения одной из главных проблем муниципалитета – нормализации ситуации на очистных сооружениях в Купеленке. Параллельно мы будем вести работу по установке канализационно-насосной станции, и в принципе эта проблема обозначена губернатором как проблема, которая будет решена. Мы на себя в дорожной карте написали и прописали, взяли обязательства в третьем квартале следующего года. Я думаю, мы раньше эту проблему решим. Также глава района сообщил коллективу, что сейчас все муниципальные службы должны работать в усиленном режиме. Ведь полным ходом идет подготовка к празднику Дню Ленинского района и города Видное. Праздник, который ждут наши жители, на который приезжают наши гости. С завистью иногда смотрят наши соседи. Вот, мы должны его достойно встретить, провести, чтобы наши все системы работали слаженно, чтобы у нас жители действительно радовались, отмечая этот праздник. В свою очередь, директор Видновского ПТО городского хозяйства Александр Митряйкин отметил многолетнюю поддержку организации со стороны районной администрации и выразил надежду, что она сохранится и в будущем. В крайние годы, значит, коллектив Видновского ПТО ГХ, в том числе и работники водоканала, получает несколько, значит, квартир. За крайние 2,5 года мы получили 7 квартир, которые с помощью жилищно-бытовой комиссии были распределены среди наших работников. За что огромное спасибо в лице вашим, нашим учредителям огромное спасибо. В ходе встречи сотрудники водоканала задавали интересующие их вопросы. Помимо профессиональных тем, были затронуты и общегородские. Например, о наружной рекламе в Видном. Было время, когда убрали все рекламные щиты, незаконные, законные. То есть осталось их совсем мало. Ну и прям как-то, не знаю, ходил по городу и радовался. Сейчас установили рекламные щиты, сначала первую партию, потом вторую партию, еще уже стало. То есть как бы, ну куда стоп? Сейчас разыграны конкурсы. Если есть, если, как вы считаете, появляются незаконные рекламы, я укажу нашей службе, чтобы они провели в ближайшее время ревизию этих земельных участков. Как они там появляются? Хорошо, обращу внимание. Встреча продолжалась около часа. По ее завершении глава сделал с сотрудниками водоканала общее фото и пожелал хорошего рабочего дня.